20 ноября жители городского округа Люберцы смогут получить бесплатную консультацию по юридическим вопросам, связанным с защитой прав детей и семьи. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям. За бесплатной консультацией к специалистам может обратиться любой гражданин, в том числе дети, родители, опекуны и попечители. Прием будут проводить комиссия по делам несовершеннолетних, сотрудники управления образованием, опеки и попечительства, а также социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Кроме того, прием граждан будет осуществляться в Люберецкой городской прокуратуре, Московском областном отделении Ассоциации юристов России и в Люберецком управлении социальной защиты населения. Также обратиться за консультацией в этот день можно в отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Межмуниципального управления МВД России Люберецкая. Напомним, в феврале текущего года в Люберецкой администрации проводила выездной прием населения уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Луиза Егазарян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.